Здравствуйте! На телеканале общественной радио-телевизионной компании «Нальчик», «Калейдоскоп», программа о фактах, событиях, впечатлениях. И я ее автор и ведущий Евгений Сухомлинов. В сегодняшнем выпуске вы увидите передачу «Молодая гвардия. Время, в котором мы живем». Надеемся, что эти телевизионные материалы вызовут у вас интерес. Оставайтесь с нами и смотрите «Калейдоскоп». Недавно в Государственном концертном зале состоялся показ документального фильма, снятого по инициативе Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России». «Молодая гвардия Единой России» – самая массовая молодежная политическая организация страны. Региональное отделение действует во всех субъектах России. Мы хотим жить в сильной стране. Стране, которая свободно и самостоятельно определяет свое развитие. Мы хотим жить в стране с высоким качеством жизни, с высоким уровнем духовности и культурным многообразием. Мы хотим жить в стране, граждане которой ставят перед собой амбициозные цели – могут и умеют меняться. Мы хотим, чтобы каждый молодой человек имел мечту, которая сбывается, чтобы молодые люди сами определяли свое будущее и имели ответ на вопрос «Зачем?». Главное, мы хотим жить в России. Наши сторонники те, кто разделяет наше видение будущего и наши ценности. Те, кто делает, а не говорит. Наши сторонники все, кому не безразличны окружающие люди. Общество. Наша Россия. Мы сила, объединяющая молодых от Камчатки до Калининграда. Мы хранители страны с великой историей и традициями. Мы строители новой истории России. Наша работа – конкретные проекты. От помощи одному человеку до защиты суверенитета страны. Мы – пространство возможностей для тех, кому не все равно. Действуй с нами. Присоединяйся. Напомним, что в июле 2010 года в Нальчике на берегу курортного озера прошел второй всероссийский форум под названием «Кавказ-2020», организованный «Молодой гвардией» для своих активистов. Молодая гвардия, патриоты новой эры. Молодая гвардия, мы не теряем веру. За нами будущее, и это сила. Молодая гвардия, единая Россия. Молодая гвардия, патриоты новой эры. Молодая гвардия, мы не теряем веру. За нами будущее, и это сила. Молодая гвардия, единая Россия. Молодая гвардия, как сверхсила новой эры, собирает армию, сердце сохраняя веру,
что будущее в наших силах, умах, руках. Как крылья за спиной, лишь только стоит сделать взмах, объединяя воедино все наши интересы. Мы будем биться до конца, не пугаясь пресса. Несмотря на молодость, мы тоже у руля, защищаем взгляды и те, кто говорит нельзя. Не пугаясь запретов, ты управляешь сам своей судьбой, ведь это тоже нужно нам. Смело верю в идеал, стоит к нему стремиться, несмотря назад, мечтать всего добиться. Мобилизуя все силы мира, как рапиры мирно, молодая гвардия бьет прорывом, но красиво, с миром, честь и порывом, и вместе мы сила, мы построим будущее, единая Россия. Молодая гвардия, патриоты новой эры, молодая гвардия, мы не теряем веру, за нами будущее. И это сила, молодая гвардия, единая Россия. Молодая гвардия, патриоты новой эры, молодая гвардия, мы не теряем веру, за нами будущее. И это сила, молодая гвардия, единая Россия. Молодая, но уже великая нация ждет, когда история начнет новый поворот. Изменить свою судьбу в наших с вами силах. Мы едины духом, это значит, что мы непобедимы. Пока что еще молоды, способны на многое. Выбрали одну общую дорогу и идем по ней гордо. Нам не свернуть, молодая гвардия, вперед, это наш путь. Всегда стремимся наше будущее сделать лучше. Но и ты не оставайся равнодушным. Достигать цели правдой, это в нашем стиле. Молодая гвардия, сильная Россия. Давай, Россия, давай, 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 красиво. Я считаю, что общение здесь – это самое важное. И что должен сделать человек, уезжая отсюда? У него должен быть вот такой телефон, полный контактов. И этот человек должен иметь, ну, как минимум, Твиттер, а лучше и Твиттер, живой журнал и Фейсбук, для того, чтобы продолжать коммуникацию и после этого форума. Приветственное слово предоставляется руководителю местного отделения городского округа Нальчик Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» Татарову Кантемиру Владимировичу. Мы очень рады вас приветствовать сегодня на показе нашего фильма. Я думаю, для каждого этот фильм донесет какую-то ясность, полезность. И показ фильма у нас запланирован по всей республике. Мы хотим, чтобы наших героев знали на лицо каждый ребенок. И по стечению обстоятельств жизни каждый из нас, каждый из вас, который здесь сидит, может стать героем в какой-то период своей жизни. Я думаю, много эмоций, а дальше, после мероприятия, я думаю, вы поделитесь с нами или со своими учителями и расскажете про этот фильм своим друзьям. Спасибо большое, что пришли. Я надеюсь, вам понравится все. Сейчас у нас запланирована небольшая концертная программа, после чего мы включим фильм и уже погрузимся в эту атмосферу. Итак, на сцене солист театра «Песня Микс», выпускник Российской театральной академии искусства ГИТИС Джамал Тиунов. Вершины гор твоих пробивались гордо сквозь белый плен пушистых облаков. Казалось, разделяли нас
с тобою годы, и словно лава закипала в сердце кровь. Салам алейкум, Кабардино, Балкария. Я променять не смог. Салам алейкум, Кабардино, Балкария. Салам, великий мой Эльбрус. С тобою навсегда и душой, и сердцем я. И где бы ни был я, к тебе вернусь. Сцену приглашается артистка продюсерского центра Марианы Казановой Ластелла Дакшокова Екатерина. Встречаем! Дорогая,
«Молодая гвардия Единой России» совместно с патриотической платформой Всероссийской политической партии «Единая Россия» сняла фильм о детях, совершивших героический поступок в сложной критической ситуации. Фильм получил название «Не время для героизма». В самый обычный день, в самый обычный момент, когда ты не готов, жизнь ставит перед тобой выбор – помогать человеку, рискуя своей жизнью, или пройти мимо. Это и есть то самое «не время для героизма», но именно в такие моменты героизм нужен больше всего. Герои фильма выбрали не себя, о них и об этих событиях рассказывает картина. Фильм был снят в разных регионах страны и показывает зрителю также прекрасные уголки России. От берегов Байкала до подножия гор Кавказа. В мае 2018 года фильм стал участником 71-го международного Каннского кинофестиваля во Франции. Более недели создатели фильма Алана Цхавребова и оператор фильма Никита Горелкин рассказывали иностранным зрителям о замысле картины, о ее героях, и о том, какие ценности у детей в России. Кажется, есть время для всего в этой жизни. Время, чтобы гулять, работать. Время, чтобы любить. Время для счастья и для несчастья. Кажется, что его много поначалу. Но часы тикают. Небо, деревья, листья, вечера, огни, дождь, фонари, лужи, снег. Лужи, небо, деревья, листья, разговоры, увлечения, ссоры, любовь, города, люди, работа, семья, движение. Время движется. Год, два, три, 10 лет, 20. Наступает момент, когда времени нет ни на что. Земля крутится все быстрее, а мы бежим, не замечая друг друга. Это моя школа, я здесь учусь во втором классе. Здесь красиво, но нельзя бегать. Это я рисовал. Вот это грибы, а вот это елка, а тут вот береза. У меня только нету автоматов, чтобы играть. И приходится все из палок делать. Это было зимой. Муж у меня до этого упал, подскользнулся, руку зашиб
сильно. Я сначала подумала, что перелом или, может быть, трещина. Мы поехали с ним в Шелихов. Антон остался с ребятишками. Вот. Потому что мы туда уехали на автобусе, и обратно мы решили, что мы приедем на такси. Вот, чтобы быстрее было. И мы только приехали в Шелихов, и мне сразу же позвонили, что у нас пожар произошел. Мы с Вероникой и с Ромкой были в комнате. Потом слышу, что-то дымит. Захожу в зал, кресло горит. Я даже не забоялся, хотел потушить. Вылили воды, а оказалось, что он еще больше пошел. Возгорание произошло от проводки. Вот. У Антона реакция была такая, он сначала пытался как-то своими силами тушить все, вот, а потом увел детей из зала, увел сюда в детскую комнату, вот, и разбил рукой стекло. Да, было страшно за брата и сестрой. Пришлось разбивать окно и вылазить всем втроем. Вероники, Ромки, мне. Потому что мы были под замком. Если бы я испугался, я бы никого не вытащил. Север, юг, восток, запад. Помнишь, мы учили в школе? Помнишь, смотрели друг другу в глаза? Помнишь, держались за руку? Помнишь, желтые окна домов? Север, юг, восток, запад. Каждый задумывается рано или поздно, какое направление выбрать, куда идти, с кем и для чего. Мы слышали о том, как надо, о том, как правильно. Слышали о героях. Нас учили быть лучшими, но жизнь заставляет верить другое. Время идет, его все меньше. Кому вообще нужен героизм? Время слишком драгоценно, и у всех его слишком мало, чтобы тратить на подобные вещи. Время – это роскошь, а героизм – пустая его трата. Мое имя Данила Турецков, мне 16 лет, я из города Волоколамск. Я учусь на спасателе, мне кажется, самая главная точка опоры для спасателя – это его сила духа. Физическая сила ему не поможет в том, если он пойдет в пожар. А у нас профессия – это не только пожар.
У нас, получается, спасатель — это универсальный специалист. Также и цунами, и торнадо, вот это все. Мне нравится сейчас моя нынешняя, как бы назвать, профессия, по которой я и учусь. Если сравнивать то, что дружба человека и, допустим, дружба животного, так считать несравнимы разные понятия. Пес тебя вот, хоть он баловной, шелудной, но он никогда не предаст. Про человека ты не знаешь. Хороший пес. Настоящий человек — это как банальная та же доброта, честность. И самое главное — ты можешь прийти на помощь в любую минуту. Учусь всего лишь первый год. Как бы понимаю то, что для изучения этой профессии нужен даже не 4 года. Просто надо понять саму структуру. Также пожара, также любого стихийного бедствия. Вот это вот боевка. Вот это вот просто термозащитный костюм. Костюм, который защищает от больших перепадов температуры. Также дым. Очень сильно болят глаза. Ты можешь просто задохнуться, не то что сгореть. Как будущий, надеюсь, спасатель, я, конечно, очень сильно хочу надеть этот костюм в практике. Человек должен бояться, да. Страх — это инстинкт самосохранения. Но я не знаю, не боюсь пожара. Честно, вот так, самое страшное для меня — это торнадо. Это смерч. Вот я этого больше всего боюсь. Если пришла беда, я не вновь и вновь шагами никуда. Холоди чуть-чуть вода. Господа, сбавьте градус частоты, так сказать, беседы. Мы находимся на секции по рукопашному бою в городе Волоколамск. Секция располагается на территории храма Рождества Богородицы. Наш клуб называется «Спортивный клуб развития и поддержки спорта «Спецвзвод». Здесь задача каждого из каждых — принести общую пользу в общее дело. То есть ребята для себя, я для себя достигаю каких-то результатов именно для того, чтобы передавать этот результат тем людям, которые окружают меня. Я очень сильно рад, что попал в этот клуб. Я занимаюсь, в принципе, не так много, но я понял, что клуб — это моя семья. Люди, которые здесь ходят, это просто мои братья. Мы всегда везде с ними, на любые соревнования. Для родителей всегда на первом месте у меня должна быть учеба, но я всегда пытаюсь вырваться на тренировки. Учусь я более-менее так нормально. В жизни каждого человека должен быть спорт. Что сказать по Даниле Турецкому? Остаться неравнодушным в беде другого человека – вот это настоящее мужество. Он воспринимает это как должное. То есть, может быть, он на сегодняшний день не понимает, какой поступок серьезно он совершил. У нас было 6 уроков, но нас отпустили с физкультуры. И мы ушли раньше. У меня автобус не доезжал прям до конца моего маршрута. А я жил возле автостанции, вон там, вон. Я вылез вот здесь на остановке и начал ждать другой автобус, который дойдет до моей остановки. Ну, вижу, там непонятно, девочка стоит, в окно долбится. Я просто подумал, там, может, там, не знаю, шутит там, играется. Подошел, дым увидел. Окно было приоткрыто, и она вот через это открытое пространство дышала. Ну, как бы сначала растерялся, а девочка сказала в эту щель: пожар, пожар. Какой-то клин, что ли, произошел. Скорее, обзвоните пожарную, давайте кричите там, давайте быстрее. Родителей дома не было. Я продавил эту раму, вытащил девочку и начал вот стучать по каждому по соседу. Вот там как раз и соседка выглянула. Сколько? 2 года прошло? Ну, около 2 лет. Радо, спасибо вам. Ладно, до свидания. Все равно, спасибо большое. Я думал, вспомнить, не вспомнить. Соседка мне дала ведро воды, и я залез сначала, затушил саму занавеску, потому что от нее все пошло. Мы начали тушить, там был еще мужчина один. Потом приехали пожарные, доделали все до конца. Ну так посудить, это мог бы сделать каждый. Я бы не прошел бы мимо.
не надо отворачиваться от другого человека. Когда-то будет такой момент, что тебе придется кому-то помочь. То, что у нас отменили последний урок физкультуры, я не думаю, то, что это была какая-то случайность. Я верующий человек, и ну, мне кажется, это знак свыше просто. Приехал бы ты на 40 минут, на 50, на час попозже, что бы было. Страшно представить. Мама сначала похвалила, вот, молодец, а потом она начала, ты там, зачем полез, ты бы мог сам сгореть. Я такой, ну, не знаю. Если так посудить, надо умирать ради какой-то цели. Такая вот политика моей жизни. Глобус. Помнишь, в школе был глобус, не больше мячика. Маленький глобус, населенный миллиардами людей, миллиардами личностей, миллиардами я. И мы крутили его, думая, что крутим землю. И до сих пор думаем, сейчас такое время. Время, чтобы крутить землю. Время собственного я. Не время для героизма. В бесконечном потоке экранов и витрин мы рекламируем себя и свою индивидуальность. Говорим, что можем все, но намеренно не замечаем чужих проблем. Ведь так учит наша жизнь. Делать что-то ради другого и его блага, значит жертвовать чем-то. Кто из этих миллиардов на маленьком глобусе готов идти на жертвы? Полина, я живу в городе Новосибирске, мне 10 лет. Я хочу быть похожей на свою маму, потому что она много чего добилась, она очень красивая, очень добрая. Я очень люблю ее. Смотрите, солнышко, решила помочь бабочкам. Как она ей помогает? Подняла дождь, выглянула, обсушила ее. Какой она может сделать? Есть же на свете. Полина сама по себе, она очень застенчивая девочка такая. Вот в школе детки наши, одноклассники, мы не знали, что такой подвиг совершила-то на самом деле Полина. Мы узнали совершенно даже не от нее. Театральное искусство я решила пойти, потому что у нас в школе есть театр, и у меня очень хорошо получалось придумывать этюды. А еще я хочу стать режиссером. А на хореографию я хожу, потому что мне нравится танцевать и придумывать танцы. Однажды, когда мы были с мамой в этом яхт-клубе, я пошла по тропинке и вижу, здесь гуляют двое маленьких мальчиков. Они были очень похожи, поэтому я подумала, что они братья. Мы дошли до конца, возвращаемся назад, вдруг слышу, что один из них упал в воду, это младший. Когда я его пыталась вытащить, он на меня смотрел прямо из-под воды. Я его схватила за руку, потом за вторую руку и вытащила его. Как я понимаю, он все равно ударился об какую-то железяку там головой. Потом я его взяла на руки и дотащила до берега. Там его уже взяли взрослым.
До 5. Вот умница. Тот день я, конечно, вспоминаю с содроганием, потому что для меня он был непростой. Когда Полинка прибежала, вся мокрая, я так испугалась, что я не могла дышать. Первым делом, конечно, подумала, что она могла там же очутиться, где этот мальчик. Я испугалась. А потом, видимо, был у нас стресс, и мы очень долго обнялись и очень долго плакали. Но, если честно, конечно, я своей дочкой горжусь. Конечно, это здорово, что в наших детях есть свет, добро, что у них добрые сердца. Но мне кажется, это вообще в принципе заложено в человеческой природе. Быть добрыми и помогать друг другу. Потому что если бы не это, наверное, наш мир бы давно уже закончился. Помнишь, там в далеком детстве было много снега? Помнишь глубокое небо, снежки, горки, смех, синяки? Зимой всегда были большие сугробы. Мы забирались на них, чтобы посмотреть сверху вниз. Нас учили быть лучшими. Наверное, нас учили быть героями. Но куда это делось? Куда ушло? Время расставило свои приоритеты. Героизм – способ личного продвижения. Альтруизм – как красивая картинка. Самопожертвование – как пиар-повод. Понятия давно изменились. Героями стали успешные и красивые. Февраля 1943 года. Историческое сражение под Сталинградом закончилось полной победой наших войск. Меня зовут Чуков Кирилл. Я из Волгоградской области. Мне 6 лет. Я учусь в гимназии. Мой любимый предмет – математика. Я люблю кататься на коньках. Прям быстро ездил, бегать, перемены делать по классу. На дзюдо хожу после школы. Давай, я тебе положу. Я танцую медленный вальс, самбо, ча-ча-ча. Вот он. Вот его пара теперь, девочка. Вот у меня кубки, а вон там медали висят. Первая и вот тут первая. Играю в футбол. Я люблю нападающим нападать. Я стать хочу пожарным или летчиком. Очень активный ребенок с самого первого дня своего появления на свет. Гиперактивный, я бы даже сказала. И вот это так вот у него до сих пор. Мы сначала пошли велик выгонять. Потом я пошел во двор. Я сказал: «Юлька, ты видишь?» Она сказала: «Мы закрыты». Юль закричал, что там дым пошел. Я махал, кричал. Видел действительно, что там огонь, что это все не шутки, это все серьезно. Он начал паниковать, он начал шуметь, начал просить, кричать соседей, чтобы все отреагировали, среагировали, выглянули хотя бы в конце концов. Но соседи подумали, что просто кто-то там шумит, кто-то, и просто эти окна закрыли. Я побежал к бабе, сказал, что там Юлька горит. Она пришла и вызвала пожарную. Мы говорили: «Скинь полотенце», чтобы она спрыгнула. Она скинула, и полотенце повесилось на трубу. Пожарные достали ее, а мальчик остался, Гришка.
он спрятался в кафу. Бабушка его достала, привезла во двор, а он весь черный. Стали обливать его водой, потом его в больницу повезли, и 3 дня он лежал. Что я такого сделала? Я же, по сути, ничего такого не сделала. Я говорю, как, Кирилл, ты ничего не сделал? Ну, все равно ты... Ну, ты вот не смог, да, там, допустим, открыть дверь, выломать окно. Ну, ты вот так вот проявил себя. Ты помнишь выпускной? Север, юг, восток, запад. Были открыты все пути. Пришло время, чтобы отправиться в большую жизнь. В эту ночь мы поняли, что маленький глобус – это огромный земной шар. Но это не помешало мысли, что мы крутим его. Крутим земной шар. Не время для героизма. Время для того, чтобы тратить время. Тратить время, зарабатывая деньги, чтобы стать успешными и красивыми. Нельзя позволять одно – жертвовать чем-то ради других. Не время для героизма. Времени без того слишком мало. До трех. Все, ты. Я Дулаев Сармат из города Владикавказ. Мне 12 лет. Когда я вырасту, я хочу стать спасателем. Потому что мне нравится совершать хорошие поступки и дарить людям добро. В школе мне нравятся предметы математика и физкультура. Я занимаюсь спортом дзюдо. Я хочу быть похожим на... Дзагоева хочу быть похожим. Он всегда идет к своей цели. Он выносливый, потому что... Выносливый и никогда не сдается. В республике мне нравится то, что у нас много спортсменов, красивые горы и воздух чистый. Раньше в нашем городе жил Косталь Иванович Ходокуров. Он был осетинским поэтом. Он писал разные стихи. Ашхала изгала, ладжир так фабур, мидбады сагаты на ета вуху. Я спас своего товарища, когда он провалился под лед.
Я Валера Айдзаев из города Владикавказ. Мне 12 лет. Дело было так. Мы отпросились на улицу и задумали пойти на реку Терек. Вода была ледяная. Валера упал под лед и его стало уносить. Когда я упал, Сармат стоял за камнем, и он не видел. Я крикнул. Сармат сразу подошел ко мне и начал меня вытаскивать. Первый раз не получилось. Подо мной стал трескаться лед. Второй попыткой я взял его за куртку и вытащил. Когда я его стал вытаскивать, мне не было страшно, потому что я об этом вообще не задумывался. Если бы я его не вытащил, я бы своего друга потерял. Если бы он меня не вытащил, меня бы могло бы не быть. Помнишь школьный звонок? Мы прогуливали уроки. Море было по колено. Нас учили быть лучшими. Нас учили быть героями. Сколько из нас стали ими? Андреевич, я из города Колпино, мне полных 18 лет. Я хотел сначала пойти на электрика в своем техникуме, который у нас в Колпино, но казалось, там нет профессии такой. Потом я начал искать и увидел вот этот колледж, тут электромонтажник. Я посмотрел, это очень такая профессия, которая востребовательная. Мне больше всего нравится математика, потому что я ее люблю. Мне просто очень интересно она решать вот это. Но не люблю геометрию. Еще нравятся профильные предметы, электротехника. На переменах я в основном раньше просто стоял, ждал. Потом узнал, что можно сходить в библиотеку и поиграть в шахматы. Научился, наверное, недели 2-3 назад только играть. Мне вот Коля, с которым я всегда играю, показал, как ходят фигуры. Он такие, попробую, и научился. Вот, даже выигрывал его пару раз. Урок физкультуры здесь интересный. У моего учителя зовут Виктор Алексеевич. Физкультура хорошо тем, что ты занимаешься, делаешь что-то. Я не люблю сидеть на одном месте, мне нравится что-то делать. Первая половина дня мы с Тимуром пошли гулять в поле. Пускать самолетики, так как нигде на площадке ничего нет такого для взрослых уже. Туда идти приблизительно 1.5 километра. Мы пока шли, там грязь, все это, как обычно, поле чистое. Дошли, пускать начали самолетики. Я отвлекся на пару мгновений, и Тимур решил залезть на линию электропередачи, или ЛЭП, в простонародье. Он решил посмотреть вид оттуда, да и найти самолетик, кстати. Потеряли туда его. Оказалось, что, как он рассказывал, он решил присесть и зацепил ногой за провод. Я услышал треск громкий такой, просто я даже не знаю, как описать его.
ну, как разряд молнии, наверное, что-то такое. Я повернулся и увидел, как Тимура бьет током. Его притянуло. Я понял, что нужно спасти его. Я залез. Не знаю как, но очень быстро залез. Первое, что я подумал, нужно оттащить от провода. Попытался, взял его рукой, начал оттягивать. Меня начало к нему притягивать, бить током. Но каким-то чудом я оттянулся. Не знаю почему, но я захотел еще раз попробовать его тянуть. Я не думал ни о чем, но главное, нужно было мне его спасти. Как? Не знаю как, но я должен это был сделать. Вот. Потом я он все-таки решил ногой сбить. Он сбился и не успел его поймать. Меня почему-то статическим электричеством ударило. И он упал вниз. На этаж 4-5 он падал, зацепился еще раз о провод, ударился об балку. Я быстро слез, проверил его пульс. Дышит ли он? Оказалось, что он дышит, все хорошо. Я попытался вызвать скорую, но они не понимали, где я нахожусь, и он тоже. Потом я вижу, что у него ноги, у него просто нету пальца большого, он сгорел. Запах такой не описать. Ну, есть запах сжженных волос, а тут еще плоть, как будто что-то сгорело. Ботинок у него просто улетел. Потом я взял его. Ничего не оставалось, он пришел в сознание. Он сначала шел, но потом у него начал отходить болевой шок, и он начал ощущать боль. Я взял его на плечо и понес, потому что никто не понимал. Друзья все равно не успели подбежать, потому что далеко идти, они все далеко живут от этого места. Я понес его. Я ее вызвал, но она подъехала от больницы, ну, метров 50-150. Я дотащил его кое-как, тяжело было. Я ему даже ногу перевязывал, но там смысла не было. Там кровь даже не шла, там не с чего уже было идти там. Отправил его в больницу, он уехал. Я не знал, что делать. Я домой пришел, меня трясло всего просто. Мне было так плохо, я спать не мог. На утро я пришел в школу. Все начали узнавать, что Тимур в больнице, что да как. Я все равно, я шел и чувствовал этот запах гари. Мы пошли в столовую есть. Там все равно этот запах, я не мог есть даже мясо. Потом, через пару дней, Тимур написал, что с ним все хорошо. Ему хоть и ногу обвязали. Говорят, сначала он говорил, что большую часть сначала оставит. Но не спасти уже было ногу. Ему ампутировали большую часть голени. Он рассказывал, что врачи сказали, если бы еще пару мгновений, он бы просто сгорел бы там. И я не знаю, что бы я делал. Я никому не рассказывал из-за того, что, ну, не знаю, это не подвиг. Ну, я думаю, на моем месте Тимур бы точно спас бы меня, я уверен. Даже любой мой из моих друзей, он бы это сделал. Меня зовут Яна Табакова. Мой брат, Табаков Женя, в 2008 году спас меня от смерти. Тогда действительно было не время для героизма. Вся жизнь была впереди. Женя мог убежать, мог спастись сам, но в свои 7 лет он не испугался отдать всю свою жизнь, свое будущее, все время, которое у него могло быть, ради меня. Потому что для нас семья – это самое святое и дорогое. Я им очень горжусь. Женя – самый юный кавалер, которого за проявленный героизм наградили Орденом Мужества. Посмертно. Героизм – это тяжелый выбор. Героизм – это кровь. Наверное, настоящий героизм случается тогда, когда не время для героизма. Россия – это небо и озера, огромное сердце. Россия – это ее герои. Пока они есть, сердце будет биться.
Наш эфир завершен, а завтра, в воскресенье, в программе «Калейдоскоп» мы покажем передачу «Я не сдаюсь» Ислам Гукетлов. Берегите себя. Всего вам доброго.